Привет, Андрюш. Привет, Андрюш. А что это у тебя тут за мордашка такая красивенькая? Ты не знаешь? Это ты там сюрпризы. Там сюрпризы? Да. Да? И что, будем открывать, смотреть? Ну-ка, покажи. А там свинка Пеппа. Там свинка Пеппа тебе попалась. Так, Андрюша, в одной бровке синей попалась свинка Пеппа. Да? Вот она наша свинка какая! В оранжевеньком платьишке. Хорошо. А там мне попал наша медведь. Ой, в белой бровке Андрюшке попался Мишка из мультика «Маша и медведь». Какой классный Мишулька. Так, Андрюш, давай посмотрим, кто же там в глазике. Там Педро. Это Педро? Да. Да? Давай покажем деткам. Вот он какой Педро, да? Это единственный персонаж мультика, у которого плохое зрение, и он носит очки. Да, Андрюха? Привет, ребятки. Так, что у нас во втором глазике? Кто там, Андрюха? Блотик. Кто там? Джорджик? Ой, а где папа Фин? Джорджик там тебе попался? А где мама Финка? Ой, ой, а он съел пятик. Но не помогает все куклы. Он маленький. Вот какой маленький Джорджик. Да, Андрюш? Это Андрюшин любимый герой мультика, да? У тебя на футболочке тоже Джорджик нарисован? Да. Да, Джорджика. Андрюшка любит Джорджика. Так, Андрюш, у нас остался ротик еще. Ты просто не дотянешься, да? Держи, открывай ротик. Кто же там? Открывай ротик, кто там? Кэдди. Кто там? Кэдди. Вот такая Кэдди. Это кошечка? Я думала, это овечка Сьюзи. Нет? Это кошечка Кэти. Ну хорошо, давай покажем деткам. Это кошечка Кэти. Ясно. Вот кто нам попался. Ребят, я думала, это овечка Сьюзи. А Андрюшка говорит, что это кошечка. Напишите нам, пожалуйста, в комментариях. Ну, это кошечка Кэти. Да, это кошечка Кэнди? Да. Ну хорошо, ребятки нам напишут, да? Ну что, Андрюш, тебе понравились наши сюрпризики? Да. Да? А кто больше всего тебе понравился? Педро. Педро? Да. Да, тебе понравился Педро? Он болел, он болел, и свой долгий мир. Это Андрюша говорит, потому что он заболел, и свинка Пеппа пришла его лечить, да? Чтобы поиграть доктора. Ну что, скажем деткам пока-пока, а сами поиграемся с нашими любимыми героями? Пока-пока! Пока-пока! До новых встреч! Спасибо, что были с нами и смотрите наше видео. Не забывайте подписываться на канал и ставить нам... Что, Андрюха? Лайки! Лайки! Пока-пока! А мы пошли лечить Педро. Да, Андрюш? Да.